Короче говоря, я иду в 11 класс. Привет, ребят, мы снимаем видос, ограбление, как тут нам засечь время. Так, сейчас 14 минут засеку. Вот, это финальное ограбление, второе ограбление. Султан, садись ко мне. Вот, я играю с ребятами, со знакомыми, вот, но их вообще, походу, не слышно. У меня вот Т-20. 130, нормально. Вау, нормально. Вот так мы с вами летаем. Вообще гениально снимать летсплей на это, потому что это очень распространенное уже ограбление. Вот, но мы снимаем, от нечего делать, что может весело получится. Вот, это, короче, Султан показывает фак хейтерам. Сейчас мы вот так вот сделаем, поедем в тюрьму. Ребят, третья тащит просто. У него подписка бесплатная. Вообще выгоднее, если бы они тут дураки, вот чисто они дураки, потому что если бы они сделали на PlayStation 3 платную подписку, на PlayStation 4 бесплатную, все бы начали покупать PlayStation 4, ну, больше бы людей купил. Вот они... Да вообще, блин, бесит меня они. Уходим отсюда. Так. Это я. Мы, короче, ребят, начали сразу всех хвалить, потому что, ну а чё, блин, сюсюкаться с ним. Да, да, ребят, ну, короче, вот эти люди, которых мы сейчас валим, это хейтеры мои. Их тут, конечно, больше, чем у меня их в реальной жизни, но... Это на будущее. У меня нет хейтера. Ну, вообще... Все хорошего мнения про меня. Так. Ой-ой-ой. Матвей говорит, что он берет, включает ВК и, ну, музыку включает ВК, и в видео вот так музыка появляется. Ну, я раньше так делал, вот, ничего необычного. Ну, там из ВК музыка транслируется, то есть и на микрофон пишется в камеру. Ну, я раньше так делал, нормальная тема. Бывает. Нормально. Блин. Вот фак ГГ это сейчас будет если... На... Блин. Ладно, все, я пошел. Да, вот у кого-то. Я упал, пацаны, нормальная тема. Падать это хорошо. Да блин. Вот они не валятся. Мы на сложно поставили, а чё? Ну, мы не пацаны, что ли, на сложно проходим. Блин, по-моему, он вообще не... Он... Я в него сначала стреляю, потом он умирает. Это гениально. Как здорово. Да и микрофон у кого-то тупит, короче. Так. Там поцик спрятался. Сейчас мы его завалим. Я в него садил 5 пуль в ногу ему. Я в него садил, все, он умер. Не, ну дело в том, что в него просто это фак ГГ. Okay,
Султан, только, пожалуйста, не умирай. Или мне придется тоже. Ты, конечно, сразу в рай. Ой-ой-ой, что-то я рискую как-то, зачем я сюда пришел? Так, сколько там у нас? 6 минут еще есть в запасе, надо включить звук. Султан, у тебя там? У меня максимально. Ой-ой-ой. Все очень плохо, у меня кончились патроны, я побежал. Мы вот втроем в тиме играем, да? А четвертый это вообще не наш пацан, меня сейчас завалит, это будет прекрасно. Вот, дурачок какой-то. 82 левел? Вот у меня 89, он 82, он... Начал хоть что-то делать, у меня 60 патронов. Так. Опачки. Опачки, опачки, блин! Зачем ты сюда побежал? Фух, блин, вот сейчас бы обидно было. Так. Ладно, я пошел туда. Это моя карта. Это мое место. Это тебя тущу. Ах, он потебал. Блин, вот, ребят, я в них... Всю обойму, вся обойма... Одна обойма — это 30 патронов. Чтобы убить одного человека издалека, надо патронов 50 где-то. 57. Кто как стреляет, кто как играет, кого что качает. Ладно, мы все, ребят, мы быстренько справились. Никто не умер. Ну, потому что на сложном нельзя умирать. Иначе мы завалим все. Так, Росковский, идем со мной, братан. Султан, садись, поехали. Блин, лезу. Меня чуть не умили. Так. Мы в тачке, ребят. И, короче, Султан, я, если чё, сзади. И меня могут убить. Но я сейчас покушаю. Нормальная тема, да? Нормальный движ. Зацените, как мы будем сейчас раскидывать вид с вертолета. Баба! Я тоже очень плохо тебя слышу. А подписчики вообще вас не слышат. Что за? Ну, хотя не хотя. Ребят, кто знает, как настроить, чтобы слышно было в тусовке, то есть не в тусовке, а вот на записи всех. Напишите коммент по-братски, а то это... Мы пытались, но у нас ничего не получилось. Слышно только меня. В итоге. Мы уже настроили. Настройки показа, настройки клипа. Настройки видеозаписи. Давай, жди. О, нормальная такая движуха. У нас колеса нет. Прикиньте, у нас нет колеса левого спереди. Это вообще как? Вот Султан сейчас очень близко к самолету, чтобы я не утонулся. Все, я выхожу. Побежал. Все, отлично. Росковский, все, отлично. Побежали. Вообще нормально. Султан такой спокойный с таким лицом спокойным. А я не могу на себя посмотреть. Уйдите от полиции, все идет по плану. Встречающийся на пляже в Паломе, он Холландский.
Не, вообще очень классное ограбление. Что-то нас заносит куда-то. Эй, куда? Да никто на тебя не целится. А, да? Наводка звучит на нас, вообще прикол. Так, все, вроде все. Ну вот завалить на этом моменте это просто угар. Угу, я пока в Инстаграме посижу. Нормальная тема. Вот так вот мы летим в самолетике с вами. Вот дверька. Вот так мы празднуем, да, вот такие эмоции, вот все. О, такие сидим, такие приуныли что-то. Нажмите правую стрелочку, чтобы выпить еще виски. Нажмите треугольник, чтобы прекратить пить. Прекратить пить, я не пьющий.